Погорельцев расселили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим от пожара на Пермской 66 решили предоставить жилье из маневренного фонда по адресам Народовольческая 42 и Петропавловская 37. Напомним, накануне загорелась кровля двухэтажного 35-квартирного дома до революционной постройки. На момент пожара в доме находилось 25 человек. Все были эвакуированы. У нас на площадке на втором этаже 3 квартиры. Вот у нас 5 человек. Ну, мы все дома, как день, дома были. Соседи, муж с женой дома были. У них дочь на работе. Вещи какие-то успели вынести? Нет, вообще. Вот паспорт чем только. Было? Раздетая полностью. Вот в ночной рубашке и в пальто. Сегодня жильцы в присутствии сотрудников полиции и спасателей смогли попасть в свои квартиры и забрать сохранившиеся вещи. Пожар оставил без крова над головой более 100 человек, в том числе 18 детей. На месте ЧП до сих пор работают следователи и специалисты отдела дознания МЧС России по Пермскому краю. Причина пожара в доме уездного земства по-прежнему не установлена. Отрабатываются несколько версий. Невозможно сказать точно, что это было. Либо это была неисправность электропроводки, либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Не исключается и причина поджога. Бывший заместитель начальника уголовного розыска полиции индустриального района Перми Дмитрий Карнаушенко скрывается от следствия. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда Пермь». Напомним, 16 марта в интернете была размещена видеозапись, на которой зафиксировано, как человек в форме сотрудника полиции наносит удары и душит одного сослуживца, бросается на другого. Окружающие пытаются его усмирить, слово не помогает, приходится применять силу. Все дело происходило глубокой ночью. Была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Устанавливаются причины и обстоятельства, сопровождавшие совершение данного проступка. Следствие изначально усматривало в произошедшем превышении должностных полномочий, но поскольку подполковник был не при исполнении, дело возбудили по статье «Побои из хулиганских побуждений». Драчуну в погонах грозят принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. Однако найти его не могут ни следователи, ни бывшее начальство. Далее цитата. «Сначала он отвечал на наши звонки и постоянно переносил встречи, объясняя, что сильно простужен. К нему ездили его коллеги, двери никто не открыл. Видимо, подался в бега, и в городе его нет. Если не явится на допрос по официальной повестке, придется применять меры принудительного привода». Конец цитаты. Платить или не платить, ломают голову многие пермяки, получившие первые счета за капремонт. От главного вопроса веером расходятся другие. Если платить, то где? Почему в платежках указаны неверные банковские реквизиты и данные о жилье? Ответы попытался найти Евгений Гуляев. Программа капитального ремонта запланирована на 30 лет. Минимальный размер взноса в 2015 году составил 7 рублей с 1 квадратного метра в месяц. Дело нужное, считают специалисты. Конечно, необходимо оплачивать капитальный ремонт. И, конечно, необходимо ремонтировать дома, потому что мы сохраняем свою собственность. И единственное, здесь, конечно, у нас же был выбор, да, все-таки свой счет открывать. Или в общий котел, скажем так, оплачивать. Оплачивать в общий котел – это значит вносить средства на счет фонда капитального ремонта Пермского края. Решились доверить средства региональному оператору далеко не все. Многие товарищества собственников жилья постановили на общих собраниях собирать средства на свои счета. К слову, такое право есть и у жителей домов, которые обслуживают управляющие компании. У нас ТСЖ. Мы решили собранием, решили, что мы открываем свой счет. А почему вы решили свой личный счет? Ну, видимо, так надежнее. У нас дом, потому что старый, ну, что это нужно? Это деньги должны накапливаться. А получается, фонду не доверяете? Фонду нет. Первый месяц рассылки квитанции показал. Опасения не напрасны. Многие платежки пришли с некорректными данными. Неправильно указана квадратура жилья, допущены ошибки с банковскими реквизитами. Руководитель фонда Алексей Иванов в утреннем эфире нашей телекомпании признал наличие ошибок и призвал совместно их исправить. Вот эти исправления этих ошибок у нас займет некоторое время. Всех попрошу, если кто обнаружил в своей квитанции неточные, может быть, данные по площади, неточные данные по долям. Просим, значит, обратиться либо в сайте это все исправить, либо обратиться непосредственно к нам в фонд.
Но даже если в квитанции все в порядке и гражданин вознамерился заплатить по счету, то его ожидают неудобства. На сегодня без комиссии можно вносить средства на капремонт только в двух банках. Впрочем, руководство фонда пообещало устранить и эту проблему. В ближайшие неделю-две мы расширим сеть платежных агентов, где из специального счета можно будет тоже бесплатно это дело осуществить. Как бы там ни было, пока граждане платить по новым счетам не торопятся. Вопросов у народа масса. У фонда капитального ремонта Пермского края идут горячие деньки. Там не имеют права отказать в предоставлении информации о поступлении и расходовании средств, собираемых на капитальный ремонт вашего дома. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей. Не платят за тепло. Эксперты сферы ЖКХ отмечают, в Перми значительно снизились объемы денежных средств, поступающих от собственников за жилищно-коммунальные услуги. Одной из основных причин коммунальщики считают изменение схемы оплаты за тепло и недостаточную информированность потребителей. В ситуации разбиралась Юлия Алеева. Было 2000, стало 3,5. С какой стати? Так и буду платить 2, а то и вовсе не буду. Примерно так рассудили многие пермяки, получив в ноябре минувшего года счета за тепло с цифрами больше, чем обычно. Кое-кто уже накопил нешуточные долги. Причина роста суммы в квитанции – нормативный акт регионального правительства, изменивший сам порядок расчета за отопление. Постановление правительства Пермского края принято в развитии и исполнении постановления правительства Российской Федерации номер 354, которое определяет правила оказания коммунальных услуг на квартирных и жилых домах. Направлено оно прежде всего на достижение понятности, прозрачности и точности всех платежей. Суть в том, что до ноября минувшего года за тепло мы платили ежемесячно, все 12 месяцев в году. В ноябре эта схема изменилась. Платить стало нужно лишь за время отопительного сезона. Все жители Перми, потребители тепла, 7 месяцев в году его оплачивают, кто по счетчику, кто по нормативам. Остальные 5 месяцев платить не нужно. Если жители платить, так сказать, не смогут, они, кстати, могут обратиться в органы социальной защиты, где они могут получить субсидию. Но оплатить жилищно-коммунальные услуги все равно нужно, потому что это данные денежные средства все равно уходят в ресурсоснабжающие организации. Что ж, как говорится, крепитесь, люди, скоро лето. И за тепло не нужно будет платить целых 5 месяцев. Но зимой надо учиться жить по новым правилам и платить по-новому. Юлия Алеева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Стройки на Эспланаде пока не будет. Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил об отмене торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в центре города. На нем, напомним, предполагалось разместить многофункциональный подземный комплекс площадью не менее 85 тысяч квадратных метров, паркинг на 500 машин места, а на поверхности обустроить ландшафтный парк. Торги были объявлены прошлой осенью, однако ни одной заявки так и не поступило. Новые торги объявили в январе, они несколько раз переносились, а теперь вот снова отменены. Как сообщает Коммерсант Прикамья, в мэрии планируют скорректировать условия конкурсной документации. Через пути едва перейти жители микрорайонов Светлый и Плехановский требуют организовать полноценный пешеходный переход через железную дорогу. Уже несколько лет он находится в плачевном состоянии. Кто должен заниматься благоустройством дорожки, выясняла Евгения Караксина. Этот переход, если можно так назвать доски, уложенные местными жителями, самый короткий путь между двумя микрорайонами – Светлый и Плехановский. Валерия Балахшина преподает в 120-й школе, ходит здесь практически каждый день. Беспокоится не только за себя, но и за детей, которых учит. Раз это официальный переход, во-первых, раз это железнодорожная остановка, то есть, конечно, тут должен быть какой-то или воздушный переход, или, я не знаю, какой-то переход. Потому что раньше вот у нас же был там вот железнодорожный мост, по которому ходил транспорт, его убрали, этот мост. Поликлиника, школа, дом спорта, дорога к объектам инфраструктуры оставляет желать лучшего. И уж совсем горькую правду отражает надпись на одном из гаражей. Понять обиду людей, написавших такое на гараже, можно. Препятствия здесь начинаются уже на подходе к лестнице. Повсюду грязь и мусор. Причем эта куча, которая лежит здесь годами, почему-то пополняется аккурат после районных субботников, говорят местные жители. Ужасно. Я еще хожу с ребенком с коляской, это вообще катастрофа. Грязь по колено, коляску на себе. Бабушки часто вот с поликлинику ходят, у нас тоже не могут ходить здесь абсолютно. Нет пандуса и нет, через саму железную дорогу переехать условий хороших. И вот тут, конечно, на лестнице сложно спускать. В администрации Дзержинского района нам ответили, что этот переход находится в ведении железнодорожников и должен содержаться ими. В пресс-службе Свердловской железной дороги ответ на запрос редакции ТСН пообещали дать в четверг. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.
Искусство в металле. В Перми открылась выставка «Металлообработка. Сварка 2015». В павильонах Пермской ярмарки представлены инновационные решения, современное оборудование и технологии для машиностроения и промышленности. Репортаж Олега Романова. Вот оно, торжество высоких технологий. Методы холодной резки металла помогают расправиться с толстенной двутавровой балкой за пару минут. Интересные, уникальные, передовые есть практически на каждом стенде. Участники стараются во всей красе представить свои конкурентные преимущества. Для конкретных пермяков скорее интересно посмотреть иногородние компании. Поскольку своих-то мы, в общем, всех знаем, а вот, собственно, съездить и ознакомиться с другими поставщиками, поговорить с ними непосредственно, наверное, именно вот эта цель выставки более важная. Представительная выставка в плане действительно оборудования. Я вижу много очень отечественных инженерных компаний, которые развили свои компетенции в последние 20 лет. И они будут действительно отвечать за то, чтобы наши производители получили технологию, не просто оборудование. Выставка «Металлообработка. Сварка» по традиции прекрасная площадка для общения. Это возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Здесь можно провести конструктивные переговоры с партнерами и заключить выгодные контракты. Производители и поставщики оборудования и технологий, руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий. На выставке присутствует множество российских компаний, а также большое количество представителей дальнего зарубежья. Чехии, Китая, Швейцарии, Польши и других стран. Мы здесь тоже видим и немцев, мы видим сегодня и итальянцев, то есть тех традиционных участников рынка, которые здесь были. Поэтому выставка как бы раскроет все содержание. И я надеюсь, что как бы самое главное, мы будем уделять большое внимание общению. У нас будут на площадке работать клубы главных технологов, сварщиков, руководителей предприятий. Одним из главных событий является межрегиональный машиностроительный форум, посвященный современным инновационным технологиям. Главная тема этого года – импортозамещение в промышленной отрасли. 4 дня специалисты будут обсуждать это на семинарах и круглых столах. Выставка завершит работу 10 апреля. Олег Романов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Символ богатства Урала. Ровно 115 лет назад на Всемирной выставке в Париже наши мастера представили карту Франции из самоцветных камней. Изделие вызвало большой интерес у публики. Возможно, его увидят современные пермяки. В Пермской художественной галерее готовят экспозицию об истории камнерезного искусства. Разные виды яшмы, мрамор, россыпь драгоценных камней, а также золото и платина. Мозаичную карту Франции уральские мастера готовили к Всемирной выставке в Париже. Она открывалась в апреле 1900 года. Но прежде камнерезам потребовалось 2 года напряженного труда. Почти 50-пудовый сувенир, созданный в Пермской губернии, император Николай II преподнес в дар президенту Франции Эмилю Лубе. Подарок был оценен в 6 миллионов франков, признан чудом гранильного и камнерезного искусства и выставлен в одном из залов Лувра. Сохранились фотографии этой карты. Возможно, она сохранилась. Может быть, она где-то в запасниках и осталась. Камнерезный промысел, он уникален. Многие его сравнивают с пермским балетом, с нашими пермскими деревянными богами. Кто-то с нефтью, с калийной солью. А 80 лет назад уральские мастера принимали участие в создании еще одного уникального произведения искусства – карты Советского Союза. Она состояла из 45 тысяч пластин цветного камня. Основным материалом стала уральская яшма. Низменности и речные долины выполнены из уральского же амазонита. Топазами обозначен дрейф экспедиции Папанина на Северный полюс. Серебряная звезда со вставкой из горного хрусталя – это полярная станция. Гигантское панно демонстрировалось в 30-е годы на всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. Мы действительно создали величайшее искусство. И оно у нас теперь хранится в Москве, в Петербурге. Сейчас существуют частные музеи в Москве, в Петербурге. Огромное количество работ представлено практически по всему миру. Только у нас об этом знают мало. Сейчас в художественной галерее показывают работы местных мастеров-камнерезов. Тут и патриархи прежней, еще советской школы, и их ученики. Эта выставка – первый этап большого проекта. Здесь намерены создать большую экспозицию с привлечением российских и европейских музеев. Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.